Добрый вечер. Мы начинаем нашу пресс-конференцию фильма «Людно внутри», «Busy Inside», который вы только что смотрели на экране на пресс-показе, и премьера которого в конкурсе документального кино состоится завтра во втором зале в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля. Важно заметить еще раз, что, как мы и раньше говорили, что фильмы, участвующие в конкурсе документального кино с прошлого года, победитель получает автоматическую квалификацию в номинацию полнометражного документального фильма премии «Оскар». И поэтому для нас, организаторов этой секции, это большая ответственность выбирать те фильмы и показывать те фильмы, которые потенциально могут на такую честь претендовать. И я рад представить команду фильма и героиню фильма, и прежде всего передать слово Ольге Львов, режиссеру, которая в дальнейшем расскажет и о других участниках процесса. Спасибо. Добрый вечер, очень рада вас видеть. Спасибо, что остались на пресс-конференцию. Мы начали этот фильм почти 4 года назад. И сначала Виктор, с которым мы давние друзья, поделился со мной, рассказал мне о книге «Множественные умы» Билли Миллигана, которая была в какой-то момент очень популярна в Москве, в России в переводе. И я прочитала ее, он мне стал вообще рассказывать о том, что такое. Сейчас называется диссоциативное расстройство идентичности, как он прочитал эту книгу. Я не могла просто поверить тому, что он говорит. Я даже подумала, что я тогда думала, что я человек более скептический. Я не куплюсь на такую историю, но книгу все-таки прочитала. После чего книга документальная, основана на документальных событиях, очень сильно повлияла на меня, и я поняла, что это совершенно визуальный образ, который в душе мне захотелось воплотить в кино. Но долгое время я занималась другим проектом и как-то не возвращалась к этому. И в итоге, когда вернулась к нему, хотелось снять фильм именно об этом, потому что там рассказывается, как человек меняется с одной личности на другую, да, как у него как он моргает, и вот Билли Миллиган в этой книге. Мне просто казалось, что это странно, что нет еще документального фильма об этом, если такого человека можно действительно найти. Потому что это абсолютно настолько, как в увеличительном стекле рассматривает природу человека, да, показывает природу человека, это расстройство. Я очень вдохновилась этой идеей и стала искать возможность снять такого настоящего героя. И я встретила очень много людей перед тем, как мы познакомились с Кэрен. С некоторыми я встретилась просто лично. Кого-то я прочитала книги. Я съездила на конференцию в США, в Сиэтле, где более 100 людей с таким расстройством принимают участие. Я посмотрела, как там все происходит. Но когда у нас состоялся первый скайп-звонок с Кэрен, я поняла, у меня есть как бы такой интуитивный включатель, что это фильм всегда вот с главным героем. Это абсолютно интуитивная вещь. Я поняла, что Кэрен — это фильм. Так что Виктор как бы был моим вдохновителем и стал потом продюсером картины. Ну, я просто думал, что невозможно будет найти героев, которые согласятся сниматься. Но Ольга была настолько с энтузиазмом к этому подошла, что она нашла Кэрен, и Кэрен пригласила нас на съемки к себе домой. Я хочу представить вам Кэрен, с кем мы стали. Она мне стала очень близка за эти годы, я стала настоящим другом. И я показываю ей Москву в эти дни, мы гуляем. И я вам, ну, вот вы видите, что у нее на табличке представлено несколько личностей. Это она сама расскажет подробнее, но это личности, которые более легко выходят. А есть другие, которые внутри остаются. I'm very pleased to be here to support this film. Excuse me. When Olga had approached me about this, originally I was going to consult with her on the topic.
And I had written a book about living with multiple personality disorder and how one goes through day-to-day life, because I came through life not having any idea of how to do that. And the book came about because of that. And Olga had read my book and had memorized it in a way that surprised me. Can we give time for translation? Yeah. Yeah. Спасибо большое. Для меня большое удовольствие представлять этот фильм, быть здесь. Впервые, когда Ольга впервые подошла ко мне, я советовала с ней по поводу фильма. Я в свое время написала книгу о том, как я справляюсь с повседневными задачами, как я живу с этим расстройством. Ольга прочитала книгу, на самом деле она ее практически наизусть запомнила. As you all saw in the film, I'm also a therapist, and many of my clients don't know about my disorder, as it's called, unless they have researched me on the web. And maybe they have, maybe they haven't, and I don't ask them when they come in if they've done that, because it's not really relevant to their treatment. Clients that do have multiple personality disorder do look me up for that. And when Olga approached me about this and said she was looking for people who are out about this identity, and I smiled and said, that's going to be a challenge. And I don't think she quite understood what I meant by that in the beginning. Я сама психотерапевт, и многие клиенты, какие-то клиенты знают о моем расстройстве, какие-то не знают. Кто-то из них перед тем, как работать со мной, смотрит обо мне информацию в интернете. Некоторые этого не делают. Это никак не относится к их терапии. Люди, которые приходят ко мне с таким же синдромом, они чаще всего смотрят информацию предварительно обо мне. И Ольга как раз искала человека для фильма, который открыто бы готов был рассказать об этом, о том, как с этим живут. Over time, as it became a little bit more clear that it was difficult for Olga to kind of find other people that were open and talking, I approached several people in my multiple personality group, which is sort of a joke because it's three people and probably 100 people who sit in this room, because the three people I work with have many different personalities. And I had told them, this is totally what I'm telling you is going on. Someone is doing a documentary and I'm just putting this out there. And I approached a couple other clients that I worked with and said, if you're interested, it's available to you to talk to the producer. I'm making no decisions in any of this because I don't want to influence your decision, and I realize that's impossible, but I wanted people to make the decision on their own, because once you come out with this in public, it's a little hard to go back in the closet, so to speak. So I was really just leaving this up to every individual. And as you saw in the film, some of my clients came out and said they would do it, and they decided to do it incognito, and they hid. Со временем, когда я поняла, что Ольге не удается найти других таких же людей для фильма, я вышла на контакт с людьми из моей группы, людей с таким расстройством. Группа здесь странно звучит, потому что это три человека и при этом почти сотни человек, потому что у каждого из них много личностей. Я говорила с ними об этом, о том, что делается документальный фильм, есть такой проект. Я рассказывала им об этом и предлагала связаться с продюсером. Я ни за кого из них не решала, не пыталась повлиять на их решение, потому что они должны были сами решить, будут ли они об этом рассказывать, согласны ли они открыто об этом рассказать людям. Потому что если об этом рассказать в документальном фильме всему миру, будет несколько трудно вернуться обратно в шкаф, если выйти из него. Некоторые из них, как вы видите в фильме, рассказали об этом инкогнито. In doing this documentary, I agreed to do it and be open as coming out with all the ones that live with inside of me, which I have never done.
up to this point and had made it a point not to do, with the intent of not wanting it to be commercialized, not wanting it to be made into something that was what you generally see in media, because it's hard enough living day to day that I didn't want this blow-up circus really about it. And what it was about for me was people have mental health issues every day in our world. It doesn't matter what country you live in. And I wanted to have people understand it doesn't matter what you have, you can live with it. There's a way to survive if you have resources or somebody to talk to, which is why I came forward. Когда я согласилась работать над фильмом, я согласилась рассказать обо всех личностях, обо всем, что живет внутри меня. Раньше я специально этого не делала. Мне не хотелось, чтобы эта история была как-то коммерциализирована, раздута СМИ, потому что с этим расстройством достаточно тяжело жить изо дня в день в принципе, и я не хотела, чтобы это превратили в какой-то фарс, в цирк. Я согласилась работать над проектом, потому что хотела показать людям, у многих людей во многих странах есть психологические, психические проблемы. Я хотела показать, что с этим можно жить, что это можно пережить, если есть ресурсы, если есть кому об этом рассказать. I was not sure how my clients that I work with DID would react. And I had told Olga when I got here, I didn't know. They've never seen me switch, as I call it, because it's when you change from one personality to another. And she said, oh, yes, they have. And I said, when? She said, I sent them clips of the different things. And I went, oh, they've never said a word. And this is people that I've worked with for 10 years, because it's not an easy process to go through. So you will hear from some of mine because they're kind of pushing. And I don't mean to freak you out. So the reason their names are up there is because they're the big mouths inside that tend to come out most of the time. And I said I didn't want to make this a circus, and that's not my intent. But the idea behind the movie was really about how we're all people. One of my clients said, we just have a housing shortage. And when there was no place to put people, they just dumped a few extra in our bodies. And sometimes it feels that way because we're Rosalie, and we happen to have the biggest mouth inside, and we're sorry, but we do. So we're the chocolate fiend, if anybody's interested. We like pure chocolate, not additives, though. We're kind of a professional chocolate-holic, and that gets us in trouble. We've been in a lot of trouble for that one. And, yeah, it got us some friends that got... They got mad at us because they didn't like that we ate all their good chocolate. Can we stop for translation? Yep. I forgot. Yeah. Sorry. Yeah. Я при начале работы с фильмом не была уверена в реакции, возможно, и моих клиентов с этим расстройством, потому что они никогда не видели, как я переключаюсь. Я думала, что они никогда не видели, как я переключаюсь. И когда я об этом Ольге сказала, она сказала, что нет, они видели, потому что она отправляла им короткие видео. Я была удивлена, потому что никто мне не сказал ни слова тогда. Я с этими клиентами работала, с некоторыми по 10 лет. Хочу сказать, что на этой табличке перечислены несколько имен. Это личности, так сказать, с самыми большими ртами. Они выходят чаще всего. И, как я говорила, я не хотела, чтобы из этой идеи делали какой-то коммерческий цирк. Я хотела рассказать о проблеме. Как говорит один из клиентов, у нас просто недостаток жилплощади, поэтому несколько личностей пришлось запихнуть в одно тело. И вот, как я говорил, эти личности, у них самые большие рты, они чаще всего выходят на поверхность, иногда они прям проталкиваются наружу. И мы очень любим шоколад. Мы прям профессиональные шоколадоголики. С этим из-за этого у нас бывают проблемы, потому что многие люди
бывало, злились, потому что мы съедали весь их шоколад, но ничего с этим не могли сделать. We knew the chocolate word. We might not know much Russian, but we know that word in most languages. Can't help it. Any good chocoholic needs to know their language. It's important. Just remember that. So, anyway, we do have a slightly big mouth, and we can come out and take over sometimes, but we've learned to be quiet a little bit more as we've been at this a while. And I think Olga kind of thought that most people would be like us, like how we behave, Karen and all of us. See, okay, we're wine. Like one, just one. This how you know us, one. We live here too, but we only one. We go by that. We're one. If we live inside, and then there's, oh, she's got a big mouth. But anyway, three's there too, and we mean three inside. Thanks. Yeah. Let him translate. Yeah. Но слово шоколад я узнала, видимо, на всех языках, потому что каждый шоколадоголик должен знать свой язык. Это очень важно. Да, мы часто проталкиваемся наружу, выходим наружу, перехватываем, что называется, управление, но мы научились сдерживаться, потому что не первый год мы этим занимаемся. И, собственно, мы одни. Нас здесь несколько, но при этом мы одно. Мы поправим тут. Один — это еще один герой, еще одна личность, поэтому просто он называется один, как мы называем. А давайте тогда просто тогда еще дополнительно перейдем к вопросу, как вы с Витей, собственно говоря, начали работать над фильмом, когда увидели эти все превращения в общем и целом. И как появились другие герои в итоге, которые вот на экране? Мы начали работать с Кэрен сначала. И я знала, что она психотерапевт и занимается этим, работает с клиентами с таким же расстройством, но с самого начала мы просто проводили с ней время, снимали ее, и мы понимали, что, в общем-то, она будет центром и главным героем, но потом мы хотели, конечно же, спросить у нее, возможно ли будет снимать каких-то из ее героев, ее работу и эту часть. Просто еще, мне кажется, было очень важно для нас найти людей, которые Кэрен уже смогла простроить механизм внутри себя, когда она оперирует всеми личностями, может ими управлять, и они живут как дружная семья. И мы хотели найти кого-то, кого она этому учит, и кто только осознает этот процесс. Поэтому, конечно, линия Марше очень для нас важна в фильме, потому что это человек, который только открывает для себя, что такое этот диагноз, и как раскрыться творчески, раскрыться и достичь своего потенциала, несмотря на эти сложности. Вот поэтому такая вот тема внутреннего преодоления была именно важна. Но все через Кэрен, и мы очень готовились к поиску тех героев, которые именно открыты будут и пустят нас в свои семьи, в свои дома. Вот. И с Маршей это получилось. Да, вот у главной героини второй главной героини Марше, у нее она иногда в некоторые периоды времени вообще не принимает свой диагноз. Да? И даже пока мы снимали ее вот эти 2.5 года практически, мне кажется, что произошел. Можно спросить, что думает Кэрен на этот счет. Мне кажется, у нее мы увидели прогресс, как она постепенно стала понимать больше. И да, мы хотели вот поймать эти отношения как проводник и Кэрен как проводник и пациент, который еще не умеет с этим жить, как он постепенно учится у того, кто знает это на собственном опыте.
Ну, я тогда еще дополню вопрос, собственно говоря, и последнее посвящение в последних титрах и тема, которая проходит сквозной через фильм, что эти герои имели травматический опыт в своей жизни. И мне кажется, что этим посланием фильм сильно расширяется за пределами только той темы, которую вы поднимаете, но и в принципе говорит о том, какой вред это непережитое насилие может нанести любому человеку. И хотелось бы узнать ваше мнение, и, возможно, Кэрон, относительно вот травматического опыта, поскольку он становится таким важным центром фильма. Вы знаете, мне кажется, что само по себе расстройство — это не вред, это показатель не того, что это вред, а это спасительный механизм для людей. Это показывает то, насколько творчески наше сознание способно бороться с самыми ужасными вещами, которые, в принципе, могут происходить. Такие вещи, которые невозможно представить нормальному человеку, что это, в принципе, такого рода насилие, такого рода травма может происходить. Во время этих съемок я слышала самые ужасные истории в своей жизни, которые я не слышала вообще никогда и, надеюсь, больше не услышу. Некоторые из них вошли в фильм, некоторые нет. И это просто поражает, насколько, если мозг, здоровый мозг ребенка может, маленького ребенка до 2-3-4 лет, может справиться с этим, выстроив целую систему героев. Это просто невероятно показывает нам этот механизм, механизмы, которые доступны нашему мозгу. Это на самом деле для многих из этих людей, мне кажется, изначально стало возможностью выжить. Да? С помощью этого механизма они выжили. Дальше, конечно, это и проявляется сложностями и нуждается в лечении и так далее. Но изначально это именно творческая способность выживать. Витя? Да, и просто способность человека его психологически выстраивать себе самозащиту с помощью создания отдельных личностей, которые отпочковываются от тебя, становятся практически отдельными людьми. Это, конечно, то, что мы хотели исследовать. Вот. Но не только, к сожалению, супергерои личности появляются. Появляются личности, которые суицидальные, человека, который либо насиловал, либо издевался, как бы его оживляют. И он тоже может быть одной из личностей, которая в итоге как бы с которой нужно обязательно работать. И, собственно, бывают часто случаи, когда личность-защитник приводит человека в итоге к психотерапевту. Karen, would you like to add something? The hard part of dealing with this is helping people understand they're not responsible for what happened to them. And getting that point across is probably primary, because when it's part of child development, but when we're at that age, 0 to 1 to 2, we're learning, here's the world, here's me. When little children are abused, they get that disrupted. And that means they can't tell the difference between who's them and who's the world. And they really can't. They think that they're the world, and the world's part of them, and they don't learn boundaries. So when they're hurt, they don't know whether they caused it or not, and they internalize what's happened to them. And they do take on that trait of whoever the abuser was, and there's oftentimes an abuser that's within themselves. And I'm saying often, I would bet probably primarily every time, but because I haven't seen everybody, I wouldn't go that far. But it's because they internalize the abuser as a way to stay safe. If I know what somebody's going to do to me, I know how to protect myself. So that's why that personality occurs. Самое сложное обычно в работе с такими клиентами, самая первая сложная задача — это дать людям понять, что не они несут ответственность за это, потому что по мере роста ребенка, по мере развития личности в возрасте 1-2 лет ребенок часто
ребенок учится различать мир и себя, отделять как-то. И факты насилия приводят к разрушению вот этих границ, неправильному их формированию. И в итоге человек не может сказать, где он, а где мир, не может полностью себя отделить, теряет чувство границ. И из-за этого теряется понимание, где причина, кто причина того, что происходит. И ребенок не может понять, что это не он является причиной таких событий. И таким образом это защитный механизм, когда черты насильника, человека, причинившего боль, прорастают внутри, это становится одной из личностей. Это довольно часто случается. Я говорю часто, мне кажется, что это происходит каждый раз, но поскольку я не видела всех пациентов, каждого из них, то я не буду утверждать точно. Это защитный механизм. Это получается, что если этот насильник внутри меня, если он часть меня, то я знаю, что он будет делать, и я смогу себя от этого защитить. Вопросы от из зала есть? Questions? Да. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я работник пресс-центра. Вот, я не журналист. Я хотел бы задать вопрос режиссеру фильма по поводу того, как вы, когда вы снимали, вы писали, когда в герой переключались, скажем так, его личности. Я хотел спросить, вы показывали эти отрывки этим людям, и они вам помогали определять, или вы уже сами так тонко чувствовали ваших героев, что вам не нужно, как бы, было их помощи, потому что есть очень тонкий момент, когда ты теряешь, то есть момент, ты чувствуешь, что с героем изменился, но ты не можешь понять, как это. Вот. Второй вопрос это Карен уже будет. Что вдохновило, почему, что стало причиной ее написать, эту книгу? Потому что она сказала, почему решила сняться фильм, почему книгу она решила написать, и был ли она согласна, то есть были ли внутри нее споры по поводу того, стоит это делать или нет, потому что, ну, мне кажется, что там был диалог, вот, если можно так сказать. Все, спасибо. Да, спасибо за вопрос. Вы знаете, несколько отличается восприятие, когда ты смотришь через камеру, да, и когда ты с человеком общаешься, естественно. И я могу сказать, что когда мы общались с Кэрен, я научилась различать ее самые частые личности, но где-то день на третий довольно точно. Это действительно, когда больше, ну, довольно много времени проводишь, а я жила у Кэрен, она мне разрешила у себя остановиться. В целом где-то около 2 месяцев разные съемки. И я просто, ну, хорошо уже, это было не так сложно, как кажется, потому что у них действительно есть разница и в интонации, и в некоторых манерах, и в словах, которые в словаре, который они используют. Поэтому я легко могла определить уже, когда у меня был материал. So now question for Karen. The reason that I wrote the book was I had been in therapy for maybe 6 years with a therapist who understood general abuse with children and its impact, but did not understand the resulting multiple personality. And she didn't understand the differences that created for people. And what happened was I spent a lot of time and money because it came out of my pocket, and it didn't help me get far enough ahead in my personal life. And I finally found a therapist who did understand multiple personality, and within about a year gave me the skills and the tools I needed. And I kept asking her to write a book, and she kept saying, no. Don't think so. And I finally heard her talking to a friend of hers, and she said, yeah, the therapist was telling her about a client she had, the same exact story. And I went, that's it. I'm writing a book. I'm over this because too many people were hurt by it. And when let us just translate quickly. Oops. Yes. Yeah. Thank you. Да, я решил написать книгу, потому что сама я тогда проходила терапию. На тот момент уже 6 лет практически я занималась терапевтом, которая понимала влияние насилия, пережитого насилия на детей, понимала, какое влияние оно оказывает, но не очень понимала специфику расстройства, вот этого расстройства личности, не понимала, какое влияние оно имеет на людей. Я на самом деле потратила довольно много времени и денег, потому что платила за это из своего кармана и поняла, что
терапия не так помогает, я прогресс не очень большой. И в конце концов я нашла терапевта, который за один год примерно дала мне навыки и инструменты для того, чтобы жить с этим состоянием и справляться с ним. Я просил ее написать книгу терапевта, но она отвечала все время нет и нет. И когда я в какой-то момент услышал этот разговор про книгу с ней, я решила, что я напишу эту книгу сама, потому что мне надо было рассказать людям, как с этим жить. Мне нужно было об этом рассказать, что с этим можно жить. And I did debate about using my name in writing the book for a while. I was director of the Lesbian and Gay Men's Community Center in San Diego at the time. And I wasn't quite sure they would be okay with that, because being in a visible position and having something come out as controversial as this would cause problems. And it caused some problems, but it was okay. I couldn't tell people to be honest about who you are in the world and then lie about being a person living with multiple personality. It made no sense. Я некоторое время колебалась, ставить ли свое имя на обложку книги. Я в тот момент работала директором Центра секс-меньшинств в Сан-Диего. И, ну, это люди, которые довольно часто выбирают остаться невидимками, не рассказывать о том, что с ними происходит, о том, кто они есть. Они предпочитают не выходить с этим на публику. И мне казалось, что бессмысленно будет рассказывать о проблемах людей и при этом не рассказывать о проблеме, которая есть у меня, об этом вот расстройстве личности. Well, у нас уже заканчивается время пресс-конференции. Я думаю, что имеет смысл продолжить, скажем так, дискуссию завтра на Q&A после премьерного показа. И если вы хотите сейчас еще пообщаться, я думаю, что авторы и героини с удовольствием индивидуально с вами будут готовы поговорить. Мы очень ждем вас и на премьерный показ на большом экране, и желаем вам удачи с этой премьерой. Большое спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо большое всем.